Несколько слов хотел сказать. Сегодня еще нахожусь пока вечером пятницы в рабочем кабинете, но в воскресенье мы улетаем в Краснодарский край. Там приму участие в соревнованиях по чемпионату России по футболу среди ветеранов под эгидой РФС проводится. Вот, у нас мы хорошо готовились. Я надеюсь, что займем достойное место, ну, конечно, главное участие. Вот. Решили организовать прямые трансляции матчей наших, даже с комментариями. Вот. Поэтому решение тяжело далось, сразу скажу. Все знают, как я критично отношусь там, как-то рабочие там, покидать место, да, и без повода. Вот. Но сильно этого хотел. На самом деле, все детство всегда футбол играл с 8 лет, каждый день, да, наверное, где-то до 23 лет, до 24. Потом у меня там с операциями паузы были, у меня 4 операции на колено. Вот потом что-то в последнее время как-то зажило такое, ну вот коллектив ветеранский хороший, я там опять принял участие, вот этот дух, знаете, такой вот борьбы почувствовал футбольной. И для себя принял решение, что да, я хотел бы принять участие. Ну, мне, в принципе, замы все тоже одобрили, что, ну, если вот хочется, надо. Футбол такая штука, к сожалению, с каждым годом все сложнее там принимать участие. Вот, поэтому с 1, получается, по 10 октября буду находиться в Краснодарском крае. Там буду принимать участие. Форму хорошую набрал, сразу же скажу. Прям вот собой доволен, давно так мощно не бегал, да. Прям чувствую, посмотрим. Команда у нас такая ровная. Не факт, конечно, что я там буду постоянно в состав попадать. Но это не важно. Важно, там, знаете, принять участие, оказать, там, когда от меня будет зависеть, там, проявить себя. Да? Поэтому посмотрим. Вот. Поэтому должно быть интересно, да? То есть новый опыт, даже забыл, что это такое, если откровенно, знаете, так с командой поехать, там, неделю, 8 дней пожить, поиграть, тренироваться, там, как-то общаться, что-то забытое чувство. Вот поэтому всем, кстати, желаю того же самого, да, что когда что-то где-то вот было, все-таки работа – это работа, я согласен и поддерживаю, сам трудоголик, но вот когда есть какие-то возможности, мне кажется, их тоже надо использовать, это важно. Все, спасибо всем.